В Люберцах продолжается ремонт подъездов. Плановая работа проходит во всех поселках городского округа. В Малаховке этим летом преобразится 48 входных групп. В одном из МКД, где уже завершили ремонт, побывали мои коллеги. Последний раз косметический ремонт подъезда проводили в этом доме 5 лет назад. По регламенту работы управляющей компании пришла пора снова обновлять входную группу. Результат – свежеокрашенные стены, замененная плитка и новые почтовые ящики. Разница есть, у нас как бы нету нареканий, то есть мы не, скажем так, не ищем людей, с которыми мы можем контактировать для решения каких-то вопросов. То есть у нас, в принципе, все спокойно, все ровно. Ремонт подъезда в многоэтажке управляющая компания провела за счет собственных средств. Из бюджета организации выделили деньги и на устранение ям рядом с домом. У нас запланировано в этом году по 33 подъезда. Выполнили на данный момент 28. Общими усилиями мы здесь, если хотите, понудим управляющую компанию работать на уровне, работать так, чтобы от жителей получить как можно меньше обращений с точки зрения жалоб на содержание дома, придомовой территории. План этого года по всему округу 230 подъездов. На 140 объектах ремонт уже выполнен. Управляющие компании, которые участвуют в программе, полностью завершат работу к 30 июля. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.